Привет, друзья! Я Владислав Семенченко, и если вы смотрите это видео, значит, вы на моем канале о разумных, продуманных, прозрачных и надежных инвестициях. После одного из моих видео о том, где мы пытались разобраться, кто своровал у Элона Маска 15 миллиардов, и я пытался это сделать на примере покупки, продажи, предложения и спроса на недвижимость, ко мне пришел вопрос от моей знакомой из Таиланда о том, как я думаю, здорово ли инвестировать в недвижимость. Сразу кину спойлер. Я думаю, в недвижимость инвестировать не здорово. А сейчас попробую объяснить, почему. Итак, давайте разберем, как мы можем получать доход от недвижимости. И эта ситуация очень похожа с любым классом активов. Акции, облигации, неважно, квартиры, недвижимость, коммерческая, некоммерческая, ничем в этом плане по большому счету не отличается. Итак, мы можем ожидать прироста цены, то есть изменения и получения торговой доходности, когда купили по рубль, продали по 2. И второе – это получение постоянного кэшфлоу. Если мы говорим про акции, облигации – это дивиденды, если мы говорим про квартиры или коммерческую недвижимость – это арендные платы. Что же мы имеем с недвижимостью? Да? Первое. Рассчитывать и брать в расчет рост цен на недвижимость можно только в тех считанных точках мира, где строительство ограничено или исторически, или законодательно. Да? И таких мест на Земле очень немного. К примеру, Манхэттен в Нью-Йорке. Вы не можете на Манхэттене строить столько, сколько хотите, потому что это фактически полуостров. Или, к примеру, Мюнхен или Лондон. Это большие исторические столицы, где застройка ограничена законодательством. Да? Разрешения на строительство согласовываются и получаются годами. То есть там есть понятно обусловленный дефицит строительства. Вот в этих местах вы можете рассчитывать на рост самой цены, то есть получение торгового дохода. В любых других местах, где темпы строительства не ограничены законодательно или географически, рассчитывать на рост цены невозможно. И поэтому, когда мне говорят, что в Таиланде или в Украине или в России цена на недвижимость может вырасти, я хочу спросить, с какого хрена она вырастет, когда на рынке постоянно появляются новые и новые и новые предложения. Поэтому этот вопрос я предлагаю закрыть, потому что он никогда не станет деньгами. Роста цен на недвижимость там, где есть постоянное строительство, никогда не будет. Итого, у нас остается с вами возможность рассматривать только арендный доход, как базовую историю получения дохода. Копнем в арендный доход. Арендный доход, как правило, с недвижимости не превышает 5-7%. Это максимум. И те, кто считает и говорят, что это больше, просто не умеют считать. Почему? Они забывают посчитать вакантность площадей. То есть, да, если вы сдали, вы можете получать 5-7%, но вы должны еще посчитать тот период времени, который вы не сдаете, и ваша квартира или там ваша недвижимость пустует. Если мы рассчитываем на арендный доход, который сегодня, по моим оценкам, да, в Украине порядка 5% с недвижимости в лучшем случае, то я знаю 100 вариантов получить доход больше, чем 5%. Именно поэтому первое, почему я считаю, что инвестиция в недвижимость – это плохая инвестиция. Итак, подведем итог. Первое. Мы лишаем себя возможности получения торговой доходности от такого актива, как недвижимость. Потому что, покупая, как я сказал, недвижимость в тех местах, где неограниченная застройка, мы роста стоимости на недвижимости не получаем. А в тех местах, где мы можем получить, как я сказал, Лондон или Мюнхен, недвижимость уже стоит колоссальных денег. И второй минус – арендный доход – по недвижимости не превышает 5%, и, как я сказал, я знаю 100 способов заработать больше, чем 5%. Ликвидность – один из важнейших критериев, по которым я оцениваю любую инвестицию наравне с надежностью и доходностью. Про доходность мы поговорили, и с ней все понятно. Ликвидность. Ответьте себе на вопрос, сколько нужно времени, чтобы без скидки продать недвижимость в Украине, России или Таиланде. Даже в невероятно спросовых местах
Время по оформлению сделки по купле-продаже недвижимости займет несколько месяцев. Следующее, на чем хотелось бы остановиться, я это называю налоговым шнурком. Недвижимость, которая скована по ликвидности, да, дополнительно скована и привязана налоговым шнурком. Правительство той страны, где у вас находится недвижимость, знает автоматически о вашем состоянии, знает о том, что вы не можете это так просто взять и быстро, потому что низкая ликвидность и длительный срок продажи, перевести в другое место, оно вас привязывает налоговым шнурком. И более того, может толщину этого шнурка изменять в любой удобный для него момент. Пятое. Инвестиция в недвижимость – это всегда длинная история. Из-за того, что вы привязаны налоговым шнурком, из-за того, что инвестиции в недвижимость имеют низкую ликвидность, вы должны понимать, что окупаемость этого проекта растягивается на долгие-долгие года, а иногда и десятилетия. Соответственно, инвестируя в недвижимость в том или ином географическом месте, вы должны быть уверены в этом географическом месте, в его успешности, в длительном горизонте. Я хочу вам задать вопрос. Уверены ли вы в длительном успешности, в длительном горизонте успеха в Таиланде, в Украине или в России? Я лично нет. Ну, вот в двух словах те 5 причин, по которым я считаю, что инвестиции в недвижимость – это плохая инвестиция для розничного, вот и обычного, такие как мы с вами инвесторы. Да? Отдельно хочется поговорить, уже зная, какие контраргументы мне приводят, да, в то, что та недвижимость, которую вы покупаете для собственной жизни, да, это вообще не инвестиция, потому что она рождает только расходы. Это может быть все, что угодно. Это может быть закрытие комплекса вашей безопасности. Это может быть, ну вот в буквальном смысле слова, все, что угодно. Но это не инвестиция вовсе. Ее нельзя рассматривать как инвестиция. Исключением составляют те места, где вы можете взять для покупки этой недвижимости ипотеку. Тогда это, ну, вот становится хоть как-то оправдано. Да? Так как в Таиланде, в Украине и в России взять ипотеку по нормальной ставке, по человеческой ставке мы не можем, соответственно, мы теряем и эту возможность инвестировать в недвижимость. Следующее. Некоторые, как контраргумент, мне приводят какие-то удачные случаи покупки недвижимости. Да? Как правило, это или удача, но опять же, тогда мы не говорим про инвестицию, потому что инвестиция и удача – это две разные вещи. Казино и удача – это может быть одно и то же, но инвестиция и удача – я это очень четко разделяю. Или нужно заниматься вопросами недвижимости профессионально. Когда вы профессионал в недвижимости, у вас открываются дополнительные возможности благодаря вашим дополнительным или экстра знаниям. Тогда это мы называем бизнесом про недвижимость, и тогда это становится уже не инвестицией, а бизнесом про недвижимость. Ну, к примеру, как один из моих бизнесов, у меня есть девелоперская компания, я строю недвижимость и продаю ее другим людям. Да? Но это никак нельзя назвать моей инвестицией в недвижимость. Я это разделяю. Есть мой бизнес с недвижимостью, есть мои инвестиции с недвижимостью. Ну и последнее. Да? Для тех, кто хочет все-таки инвестировать в недвижимость, для тех, кто видит в этом инвестиционный прикол, для этого на бирже есть тоже специальные механизмы, которые называются реиты. У меня по поводу реитов будет однозначно огромное количество видео. Реит – это Real Estate Investment Trust. Очень интересный механизм. Помните, вот когда я начинал снимать это видео, я вам рассказывал о том, что есть, я знаю, 100 механизмов, как зарабатывать больше, чем 5%. Вот реиты – это один из них. Я вам могу назвать 10 реитов, 10 фондов, которые вам будут при абсолютной ликвидности. То есть кусочки реита вы можете продать на бирже в любую секунду. Вы имеете 100% ликвидность, да, и доходность вы можете получать значительно больше, чем от покупки собственной квартиры. К примеру, реит, который я сегодня покупаю, дает доходность больше 10% годовых.
Вот. При этом управлением этого РИИТа занимаются профессиональные, мегапрофессиональные люди. То есть я по всем критериям, про которым сегодня прошелся, я победитель. Я имею 100% ликвидность. Моей недвижимостью управляют невероятные профессионалы, крутые, которые находятся под законом и под контролем американского закона. Я получаю в два раза большую доходность, чем лучшая доходность после покупки вашей собственной квартиры. Я имею возможность покупать и продавать вот в любое мгновение и аллоцировать свои инвестиции. То есть я победитель везде. Да? Вот для тех, кто хочет быть победителем с недвижимостью везде, посмотрите мое видео про Real Estate Investment Trust. Ну и, конечно, приходите на мои вебинары и интенсивы. Мы недвижимости, вот этой форме инвестиций в недвижимость уделяем огромный кусок времени. Ссылка на мой вебинар сейчас под этим видео, а ссылка на видео про РИИТы сейчас у вас на экране. Друзья, если вы хотите оставаться на этой инвестиционной и информационной волне, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео, оставляйте комментарии и, самое главное, умные вопросы. Комментарии и умные вопросы станут основой для моих следующих видео. Ну а пока крутых и надежных всем инвестиций. Пока!